Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас реакция американской семьи. Они не являются музыкантами, но я думаю, иногда нужно переводить реакции и простых людей. Тем более было очень-очень много запросов именно на их реакцию. Всем приятного просмотра! Эй, друзья, Майки Джесс снова здесь. Добро пожаловать на наш канал. И у нас новая музыкальная реакция. И это будет что-то другое. Поэтому я даже немного боюсь. И особенно боюсь назвать это неправильно. Это выступление с Китая. Из шоу Singer. Димаш Кудайберген? Вроде так его зовут. Я не знаю, это его дебют? Но это было в 2017 году. Это будет наша первая реакция на то, как он поет. Я слышала, что у него широчайший вокальный диапазон. Я рад, что там есть субтитры. А то бы мы тут ничего не разобрали. Это точно. Нет, это не наш парень. Вот наш парень. О, это же такое давление, быть самым молодым на этом конкурсе. Посмотри на него, он выглядит взволнованным. Просто взял и одел очки. Типа все, я в домике. А у него крутые очки. Прям накрутили паренька. Вот честное слово, я такой тип зрителя. Я всегда прыгаю, как ненормальный. Какой пиджак? Да, ему идет. Прям красопец. Мне кажется, нам нужно обновить наш гардероб. Чем ярче вещи, тем лучше. Да, хотя я люблю свой прикид. Мне просто тоже нужны всякие орнаменты. Он никогда не был на втором месте? Да, это было хорошее, волнующее вступление. Димаши! Димаши! Вот так он его назвал. Это сердцебиение. Да, сердцебиение. О боже. Чего? Да ну, гульбану. Боже, остановите его. Он поет везде, где хочет. Это великолепно. Это один из таких голосов, под который просто хочется закрыть глаза. Да, это нужно почувствовать. Все, я захлопываю свои зеньки.
Rivers. Je te jure qu'au fond d'une vie avec les conditionnés, je crois dans un pire, tu es à ma force, je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire, voler. Вау! Вот так мочканул. Смотришь на него, и это выглядит так легко. Он будто делает это совсем без усилий. Меня только что полностью просквозило мурашками. Я почувствовал что-то тоже типа того. J'ai quoi comme des os, vérité notre Да это же моя физиономия. Каждый раз он поднимается так высоко и опускается так же низко. У меня сорвало крышу. Полностью. Вместе с чердаком. Божечки мои! Это было невероятно! Я не могу даже дышать. У меня настолько перехватило дыхание. Блин, мне нужно быстрее прийти в себя. Вернуться на землю. Это просто безумие какое-то. Я не преподаватель по вокалу. Но я просто уверен, что он сделал что-то такое, что не каждый сможет. Это удивительно. Просто поразительно. Обнимашки. Ой, как это мило. Да, это класс. Просто чудесно. Спасибо всем за эту рекомендацию. Боже, что это только что было? Он прямо как наш спонсор. Хороший ход, хороший ход. Ну а спонсор этого видео... Coca-Cola. Это, наверное, такое волнующее переживание. Вот бы знать, какие у него прямо сейчас ощущения. Он же просто порвал всех. Он, наверное, на седьмом небе отчасти. Спасибо всем, это была прям красота. Французский язык сам по себе очень красивый. По крайней мере, для меня это так. Хотя я не могу говорить по-французски. А тут еще и пение. Послушать французскую песню, исполненную еще и таким образом, я прям вообще не знаю. Это было потрясающе и захватывающе. Просто чудо чудное. У меня вообще нет слов. Че скажешь после такого? Это выступление нужно смотреть не один раз. Да, я согласна. А потом еще нужно посмотреть того, кто реально разбирается во всем этом и разжует тебе это все. Мы пока в этом очень зеленые, но это было красивейшее, чудеснейшее, причудеснейшее выступление. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась данная реакция, то вы знаете, что делать. Ставим лайки, пишем комментарии, делаем репосты.
и я продолжу переводить их остальные реакции на Димаша. Также присоединяйтесь к нам в Telegram, там вы можете напрямую поучаствовать в создании контента, можете отправлять мне ссылки с вашими реакторами, музыкальными блогерами, и я обещаю, что я их тоже переведу. Всех обнял, всех люблю, пока!